Для наших шоколадных булок нам понадобится с тобой 150 грамм сахара. Это правда, нам понравится. Нам понравится. 150 грамм муки, всего по 150 грамм. 150 грамм сливочного масла, которое я сейчас, оно мне и так размягченное, я его должна растопить совершенно, чтобы оно было еще растоплено. Топить можно, между прочим, у меня там кипит вода для чечевицы, можно топить на водяной бане. 150 грамм. Это чуть больше, в пачке 200 грамм масла. Значит, чтобы понять, что 150, разделим пачку пополам. Это получится 100 и 100. И еще половину пополам. Это получится 150. Понимаешь? Понимаю. Мне даже по математике в школе пятерки. Серьезно? Серьезно. Ну вот, на водяной бане топится масло. Желтки. 3 яйца мне нужно. 3 яйца, желтки отделить от белков. Самое главное у нас с тобой, чтобы белок был чистенький, и чтобы в него не попал никакой желточек. Держи нож, держи яйцо. Ножом бей по яйцу. Еще? Вот. Теперь сюда давай вот так вот. Надавливаем, да? Да, надавливаем и переваливай. Желточек, подожди, оп, вывалили весь белочек. Подожди, 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 желточек у нас должен в другую миску упасть. Друг, стой. Смотри. Ура, Маруся, первая в жизни у тебя отделенная. Посмотри, как аккуратно получилось. Все, вот белочек, видишь, у нас самое главное, мы с тобой добились. У нас белочек чистенький, значит, он хорошо взобьется. Мы его соединяем, ну соединяем, давай выливай сюда с остальными белками. Все хорошо и весело. Да, комбайн, вот в комбайн мы отправляем 3 желтка и чуть-чуть тепленькой водички, 3 столовых ложки, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И начинаем это взбивать. И видишь, желтки сразу меняют цвет, они сразу светлеют. Да. Вот, начинаем добавлять сюда сахарок понемножку. Давай. Сыпь, сыпь, не бойся. Смелее. Молодец. На, теперь высыпай сюда пакетик ванильного сахара. Ванильного? Да, будет пахнуть ванилью. Я пока пол пачки шоколада, то есть 50 грамм. Марусь, давай это все в раковину убирай, нам это уже не нужно. Не нужно. Так, сейчас уберем. Убрали, это в мусор. Пока взбивается у нас яйца с сахаром, готова мука, масло. Масло растопилось почти. Вот его нужно теперь немножко охладить. Для этого я его просто переливаю в какую-нибудь керамическую посудину, но быстрее там остынет, чем в железном ковшике, в котором оно у меня плавилось. Вот здесь у меня какао. Прямо к муке отправляем. Здесь у меня 150 грамм муки, 2 столовые ложки какао. С горкой, потому что Маруся у нас очень любит шоколадные десерты, да. И чайную ложку разрыхлителя. Намешай аккуратненько, аккуратненько, я за солью схожу. Щепотка соли. Остывшее масло, масло должно стать теплым, видишь? То есть, когда у тебя совсем такой нормальной температуры, тогда мы его вводим сюда аккуратно к яйцам с сахаром. Здорово, правда? А теперь сюда же также аккуратно начинаем вводить. Ой, какая пыль. Шоколадная пыль. Ну, можно убавить немножко, чтобы пыль была не такая сильная. Ну вот, собственно говоря, практически... Все, теперь давай, бросай туда маленькие кусочки шоколада. О, пока ты будешь бросать маленькие кусочки шоколада и тесто будет вымешиваться, я быстро взобью белки. Так. Для того, чтобы взбить белки, белки должны быть хорошо охлаждены, во-первых. Во-вторых, в них нужно добавить щепотку соли. Температура духовки должна быть 180 градусов. Мы ее зажигаем.
Так, только чур не так, что-то в половину в рот, в половину туда. Да, мы знаем это. Знаем, знаем. Знаем, знаем. Мама, смотри, уже коричневая. Здорово. Давай быстро, быстро, быстро бросай туда все остальные кусочки. Сейчас я буду соединять это с белками. Опа, давай. Еще. Все, останавливаем тесто. Теперь оно дождется. Остановилось. Смотри, знаешь, как здорово то, что ты побросала туда такими крупными кусочками, потому что они начнут там плавиться, когда будет горячо, и потом, если их есть теплыми, то шоколад побежит, и будет такой жидкий шоколад в бисквитике. Марусь, бери форму, вон там внизу, вон там такая форма, нет, вот здесь, смотри, под столом. Форма вот с этими, да, правильно. И начинай смазывать каждую формочку сливочным маслом. Прям пальчиками, да? Как следует. Не жалей. Да? Да. Во, молодец. И бока тоже, а то с боков не отойдут. Ну вот, посмотри, белки взбились у меня в крепкую пену. И теперь, в принципе, можно сказать, что тесто почти готово, потому что осталось только белки соединить с основной шоколадной массой. Так. Теперь уже мне не понадобится венчик. Тесто получилось довольно плотным, видишь? Зато, когда мы сейчас соединим его с белками, оно станет очень легким. Для таких целей лучше использовать какую-нибудь резиновую лопатку или деревянную. Ими удобнее всего орудовать. Ну вот какое получилось однородное. Посмотри. Легкое тесто. Теперь в те формы, которые Маруся уже смазала. Мы будем накладывать. Правильно, мы будем накладывать наше тесто. Шоколадное, пахучее, ароматное. С так. Ванильным сахаром. На 2/3 заполнять нужно форму, потому что нужно дать оставить пространство бисквитикам вырасти. Ой. Когда они вырастут, они будут очень большими. Как ты? Да. Ну вот. Первая часть приготовления наших с тобой шоколадных бисквитов готова. Мы отправляем их в духовку минут на 20-25. Заглядывать запрещено, потому что они будут расти. И если мы будем заглядывать, то они опустятся. А мы сейчас приготовим крем и пропитку. Это очень-очень просто. Нам понадобится вот это оставшееся сливочное масло. Мы его соединяем. Бери, Маш, большую плитку шоколада. Большую плитку шоколада. Одну. Две. Хитрая. Хитрая. Очень. Так, надо выбрать масло. Здесь где-то 40 грамм сливочного масла. Так. Разломили. Разломили, открыли и поручили Маруське, чтобы она туда все это отправила. Давай аккуратненько все кусочки, только быстренько, потому что нам это нужно срочно еще топить. Так, берем еще один ковшик. Там у нас шоколад, а здесь у нас будет апельсиновое варенье. Апельсиновое варенье и ликер Куантро. Это тоже апельсиновый ликер. Его нужно совсем чуть-чуть, никакой алкоголь не почувствуется. Нужно просто для того, чтобы помогло растопиться варенье. Варенье мы будем тоже нагревать. Видишь, это такой апельсиновый джем. Столовая ложка Куантро. Сказано, сделано. Молодец. Давай сюда, будем топить. Ложку убирай, мам. Ложку убирать. Видишь, какое сразу становится все жидкое и однородное. Вот у меня задача, чтобы это стало еще жиже. Ух ты, с корочками будет. Обожаю апельсиновое варенье. Вот так. На небольшом огне топим шоколад со сливочным маслом. Варенье разогрелось, видишь, и стало жидким. Поэтому варенье выключаем. А шоколадная глазурь... Это будет шоколадная глазурь. То есть, в принципе, это получается пропитка апельсиновая, а потом сверху это заливается все шоколадной глазурью. Вот такое вот сегодня у нас будет празднество шоколадное. Все, глазурь у нас
Готово. Мы ее тоже выключаем. Нам теперь осталось только дождаться, пока у нас будут готовы наши бисквитики. Опля! Ох, красавцы, Маня! Я просто боюсь их вынимать, когда они только-только готовы, они могут еще не захотеть выниматься. Ну вот, как, что значит, Марусь, ты хорошо смазала края? Видишь, раз и вынулся. Ну вот так пропитываем все апельсином. Они остывают очень быстро. Поэтому, видишь, уже только что они были очень-очень горячими, и вот теперь буквально их уже можно совершенно спокойно смазывать шоколадной глазурью. Очень нарядные получились. И нарядные, и, по-моему, очень нежные, потому что такое тесто, так они поднялись хорошо. Мы их не тревожили, не беспокоили, пока они пеклись. Ну что, Марусь, выбирай себе пирожное, какое хочешь, а я пока заварю чай.